Итак, всем привет! Мы продолжаем проходить игру Dragon Age Origins, оригинальную кампанию, и, собственно, на замок наш напали вероломные люди Эрла Холл вместе со всем, собственно... Кто там? Двое! Иди сюда. Так. Значит, Мабари, ты берешь на себя вот этого вот гадину, вот эту вот, а я беру на себя вот эту вот гадину. Сразу же фигарю вот этой штукой. Ну, норм, пока что справляемся. Ой. I heard fighting outside and I feared the worst. Are you hurt? Не, все в порядке, Хилая. Да, мне нужна помощь, она вроде как что-то даст. A scream woke me up. There were men in the hall, so I barred the door. Did you see their shields? Those are Howl's men. Why would they attack us? Хоу, предали, блин. You don't think Howl's men were delayed? On purpose? That bastard. I'll cut his lying throat myself. К сожалению, не получится у тебя ничего. Нет, не видела. We must find him. I am no Orlesian wallflower. Give me a sword and I'll use it. Now let's go. А у тебя нет оружия, меча, что ли? Совершенно нет меча. Это плохо. Слушай. Так, ну-ка, что у нас в инвентаре-то? Да, у нее нет меча вообще никакого. А у меня есть что ей дать? Ну, да, а так. А эту штуку она не может носить, а вот эту она может носить, да? Давай я тебе дам булаву. Бей булавой, короче говоря. Или ты можешь ее... Нет, она не может ее носить. У нее... А как посмотреть ее характеристики? Я уже забыл. То есть я не могу... собственно, если я вот так вот сделаю, да, я не могу его поставить, да. Ясно. Лошадь раз рога. Давайте лук еще дадим. Вроде ты разбойница, нет? Не умеешь им пользоваться? Умеет. Будешь что-нибудь делать. Эдакая. Шлему я тебе не дам, это тебе не по зубам. Или дать ей шлем. Отдадим ей шлем, пусть будет. Так, что тебе еще можно дать? Телосложение. Давай возьмем. Потом нам все это все равно вернут. Лечащие эффекты нет. Устойчивость к огню. К защите. Плюс один к броне. Ну, я думаю, вот это ей понадобится. Ну, это пояс, так что я думаю... Ну, нет, это к магии вообще не нужно. Амулеты. Сюда и поставим. Вот так вот. Таким макаром сделаем. Норм будет, норм. Нет у меня, к сожалению, щита для тебя, матушка. Ух.
Ух, пойдем посмотрим, что у него есть. Еще одна булава есть. Больше вроде как ничего, да? Так, откуда пришли? А, вот. Это, собственно, их... Чистая бумага. Деревянный сундук. Есть у тебя тут этот ключ мне нужен. Так, большой меч, длинный лук, маленький щит. Что-то я думал, тут ключик-то будет. А что-то я его не наблюдаю. Так, это мой. Угу. No, my little Auron. What manner of fiend slaughters innocence? Они заплатят. I was not even taking hostages. He means to kill all of us. О, poor Fergus. Let's go. I don't want to see this. А Фергюса-то тоже завалили, да? Ну, жалко. Очень-очень жалко. Мужик. Вроде как был многообещающий. Взять нечего. Пойдем дальше. Так, пока не будем. О, о, о. Так. Значит, ты что делаешь? Ты атакуешь вот этого козла. Обязательно. Мабари, ты тоже атакуешь этого козла. Обязательно. А сам я иду атакую вот этого козла. Обязательно. Блин, что такое? Да иди ты! Ты посмотри, она его не атакует просто-напросто. Атакуй его! А, я не на ту кнопку жму. Так, что у меня тут по здоровью-то? То есть как-то не очень видно. А, ну, по здоровью у меня все вообще отлично. Так, а ну-ка грязную борьбу на него примени. Готово. Готово. Ну, как-то справились. Пока что справляемся, хотя уровень сложности кошмарный сон. Но это так разминка. В общем-то. Глубинный гриб. Где тут еще кто? Да не надо закрывать, ну. Я вообще-то нажал другое несколько. Понимаю, теперь открыто, да? Да. Давай посмотрим. I'm so sorry. If she hadn't come to me. If she hadn't been here. Это какого? Не знаю кто. Да и не важно. Потому что видим мы ее первый, собственно, и последний, мать его, раз, как говорится. Так, что, погнали? Нам туда. Что тут начинается? Can you hear the fighting? Howl's men must be everywhere.
front gates. That's where your father must be. Мы больше ничего не можем сделать. I have my treasury key. We could go there first and take the Kuslin sword from the vault. If anything is worth fighting to keep out of house hands, it's that sword. But it may be a dangerous path. Сокровищница. House men are inside. They must already control the castle. We must use the servants' entry in the larder to escape. Do you hear me? Then let us be swift. Окей. Что за предметы получены? А, предметы это, по-моему, этот дали, как его, ключик. Да, от сокровищницы. Что у нас здесь? Труп рыцаря. Давай посмотрим, что у тебя есть. Короткий лук. Ну, давай по... подвозьмем. Все гребем. Все продадим потом. Так, а где у нас уже сокровищница? А, ну, в общем-то... Ага. Вот так, вот так, вот так. В общем-то... В принципе, норм. Вот здесь-то еще надо посмотреть. Здесь наверняка будут народ. Опыта набить хоть. И надо сохраниться. Кстати, надо посмотреть, как быстрое сохранение делать, чтобы постоянно вот это вот... The castle has fallen. I'm getting out of here. Бедеть не быть разом, блин, сука. Here they come. Нормально. Так, грязную борьбу сделаем. Слушай, а она на себя что ли его делает, эту грязную борьбу? Я не понимаю юмора. Вот это вот надо обязательно. Так, ты, мадам, мочишь, да, вот этого вот. Так, Мабари, 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 Мабари. Ты мочишь вот этого вот. Я думаю, это выстоит против двух, да? А я буду бить Мабари, вражеского Мабари. Так, там еще один есть. Наш песик довольно хреново выглядит на самом деле. Да давай же бей его. Да что ты зависла-то, елки-палки, киса. Там он еще бегут. Не успеешь, блин, ничего сделать-то. Сейчас Мабари моего свиндят. И матушку тоже. Потому что что-то слишком это самое... Не дают передохнуть. Они просто бегут и это врагов на себя агрят. Идиоты. Так, матушка. Давай-ка я тебя в инвентарь поставлю. Целебную аптечку. Вот так. Выпей-ка ее, пожалуйста. Ой, как мало восстанавливает, пипец просто.
Два лучника, ёлки-палки. Так, Кисуль. Убей, убей, знаешь кого? Вот этого вот убей. Да ё-моё. И они, конечно, побежали на лучников. Угу. Ну, нам тоже придется идти на лучников. Да блин. Что-то тут с атакой какая-то хрень. Вообще жопа. Просто. Готово. Больше нету. Он там восстановится или как, или не будет? Боже. О, восстановился. Так, ну пошли собирать трофеи. Очень, конечно, хрень порассышь, как тут это дело работает. Именно потому, что они агрит на себя вражин, что, конечно, не очень хорошо. Сейчас хотя бы соберем трофеи. А вот там что-нибудь будет хорошее. Ну, по крайней мере, деньги. Чё-чё-чё? Не ссы. Ёпта. Их четверо, да? Ну ладно. А, тут не только мы. Тогда ты атакуешь этого. Ты. Твою мать. А как тут уж управлять камерой-то вот. Так, ты атакуешь. А тоже этого. А вот собачка у нас пойдет, отвлечет вот этого вот. Все, нормально. Взяли, оглушили. Что такое? Давай уже, атакуй его. Окей. Немножко, конечно. Подзабыл я управление. Так, вот тебя мне надо. Иди сюда. И сразу же вот это дело. Атакуй. Так. Двое осталось. Так, давай отойди сюда. А, он и всех угандошили, короче. Ну, хорошо. Хорошо, хоть восстанавливается здоровье между боями. Это очень хорошо. Вот в Dragon Age Inquisition здоровье не восстанавливается между боями. Но там и лечил ограниченное количество. Так, здесь точно нет никакой там книги. О, сундук. А ну-ка. Вот я что-то его провтыкал тут в прошлой серии. Здесь, правда, только грибочек. Мадрить. А вы-то откуда взялись? Лучник. Так, ты сразу же идешь мочить лучника, поняла? Так, Мабари, ты. Блин.
идешь мочить вот этого вот. Ты идешь мочить тоже этого вот. Все. Yes. Так, ну этого сейчас загасят. Ну этого тоже сейчас загасят. Так. Теперь ты тоже идешь. Не-не-не. А, ну в принципе все. Тут уже как бы. Куда пошел, падла? Вот и все. И норм. Денежки. И все. Больше ничего. Куда уж нам идти-то, ё-моё? Туда нам, наверное, не надо. Блин. А как тут пройти? Так, это у нас мы наверх. Мы наверх не проходим. Нам вниз. Да, вот сюда. Немножко заплутился. Так, а здесь у нас что? You will be avenged, old sage. I swear it. Ой, этого тоже, старикана тоже завалили. Есть что интересное? Кипа книг. Кипу книг давай возьмем. Там, наверное, чистая бумага. Да. Записки будем писать. А может быть и та самая в туалет с ней сходим. Тоже полезно. Так, здесь вроде бы его кабинет. Может в кабинете что новенькое появилось? Давайте глянем. Да, есть сундук. Блин, эльфийский корень. Нахрена в таком здоровенном сундуке хранить эльфийский корень, а? Нет ничего, нет ничего. Ну, в принципе, пока живем, но это, конечно же, этот. Хорошо. Нормально, не будет. О. Главное, дверь заперта, а стражники убиты. Интересно, что за фигня? Реально. Здесь... Дух какой-то, призрак, типа того, что побывал. Вот оно, сокровищница. Так, возьмем все, что есть. Все это потом пригодится. Так, это фамильный сундук, я понял. Нам это и надо. Это что такое? Странно. Так, бронька. Вот. Это вещь хорошая. Так. Силы надо. Сила. Чешуйчатый доспех. Но у меня силы нет столько. Взять все. Ладно. Потом подумаю, что... Что с этой силой делать. А, твою мать, я же меч не забрал. Давай-ка. Бери меч. Щит. Так, здесь мы уже тоже ничего не сделаем. Задание выполнено. Меч я, по-моему, не могу нифига с собой тащить. Что такое? А, солдатня прибежала. Так, ты сразу этого. Ты тоже этого. А Мабари справится. Ну,
Посмотрим, как это будет. Так. Сразу же грязную борьбу. Да господи, почему она не атакует? Я не понимаю. А, потому что я ей управляю, да? Так. Ну и пошли разберемся с последним говном. Чертов лучник, понимаешь? Все, все, норм. У Мабари здорово в здоровье тратится. Ну правильно, он собака. У него ни брони, ни хрена. Так, это все для ловушек. Всякая хрень. Ловушки я сделать не буду. Яды я, наверное, тоже делать не буду. Без них вроде как можно. Хотя яды, может быть. Может быть. Какие-нибудь такие отравляющие. Замедляющие. Что-нибудь такое можно нарулить. Так, Тези. Здесь нет ничего. Не перестаю удивляться этому камину. Так, труп лыцаря. Все, у тебя есть кинжал. Железный. Ладно. Так, а на стойке точно ничего? Или я ее... А, я ее, по-моему, уже облутал, эту стойку, еще в прошлой серии. Так, надо, наверное, туда идти, но я туда пока не пойду. Я схожу вот сюда, попробую. Может, тут что есть? Дополнительно солдатню погасить. А, не смогла она сбежать. Что-то тут до хрена. Так. Ты атакуешь эту, ты атакуешь. Да блин. Давайте сюда уже. Мне просто не видно оттуда. Так, ты эту атакуешь, ты атакуешь вот этого. Вопрос, а почему ты куда-то побежала, я не понимаю. Я вообще-то тебя атаковать приказал, а ты куда-то побежала. Трусливая, короче, оказалась. Ай, что-то тут такая каша мала, что хрен просушит. Так, давай ты им вот эту вот дрянь сделаешь. Расчетливый удар. А чё, почему вот эти вот штуки не работают? А, выстрел, ага. Быстрая стрельба. Угу. Она луком орудует. Ну, в принципе, тут получается, что все, да? Сделали. За них опыт дают по 80, офигеть. Это тебе не хухры-мухры. Так, что тут у нас есть? Так, бандит. Нет, солдат. Матушка-то где? Вообще ее не видать. А ось она действительно спаслась. Я что-то уже не помню, мы ее встретим потом или не встретим. Так, туда мы не проходим. Угу. Ну давайте, подходите, подходите, подходите. Да, неплохо. Так, сразу же берешь броню. Так, ты... А, нет, вот ты атакуешь вот этого вот чувачка, да? А ты идешь вот сюда. Атакуй.
Атакуй, господи! Что-то как-то странно. Ну вот. Как-то не очень. Они как-то бегают, как эти. Так, у тебя... Ага. У тебя расчетливый удар есть. Давай расчетливый удар. И промазала. Понял. Смотрите на этого упоротого пса. Я ему сколько раз говорил, вот этого атакуй. И вот он побежал, блин, вот этого атаковать. Летицкая, мать его, сила. Давай. Погнали. Разберемся. Нормально. Так, восстановим здоровушка. Эльфийский корень. Так, что-то у меня... А, это так, камера? Ага, вот. Я уж думаю. Так, деньги, деньги это хорошо, деньги это вообще отлично. Ну что, теперь в зал осталось. Но перед этим сохранимся. Ага. Так, пацаны, пацаны. Маг. Ага. Маг, это плохо. Так, ну ты атакуй вот этого. Ты еще, блин, только входишь. Господи. Ты давай лучника. И начни с расчетливого удара, пожалуйста, кисуля. Ты посмотри, блин, ну. Атакуй ты его. Ой. Так. Атаканула. Да блин, он куда-то убегает постоянно, а? Вот хуёв, да. Так, а теперь расчетливый удар. То ли я что-то не так делаю, то ли фиг рассыпь, я не понимаю. Так, ну вроде все готовы. Ты теперь вот этого атакуй. Ты вот этого атакуй. Блин. Как же ты достал меня, лучник. Иди сюда. Мага будем гасить. И грязную борьбу сразу ему. Оглуши его. Да, есть. Готов. Немножко под упора ты тут бои. Что-то как-то. Отца видел. He was looking for you two. He told us to hold the hall as long as possible. When I realized what was happening, it was all I could do to shut the gates. But they won't keep Halsman out long. If you've another way out of the castle, use it quickly. If I do that, you won't make it out before the gates fall. Please, go while you have the chance. When I last saw the Tern, he'd been badly wounded. I urged him not to go, but he was determined to find you. He went towards the kitchen. I believe he thought to find you at the servant's exit in the larder. Bless you, Sakura. Make her watch over you. Make her watch over us all. Хорошо. Так, у меня скоро будет уровень между тем. Второй. Так, там чешуйчатый доспех вот меня интересует. Чешуйчатый доспех.
доспех. Где-то тут я же его взял, да, железный. Нужно 14 единиц силы. А у меня силы... Я просто сейчас в это... Так, нет, подожди. Навыки. Нет. А как посмотреть их характеристики? А, вот характеристики. Так, сила у меня 13 сил. Мне надо только одну единицу силы, и тогда я смогу чего-нибудь напялить. Чешуйчатый доспех, например. Хорошо. Так, тогда еще один вопрос у меня. Я сейчас немножко позалипаю, я просто хочу максимально хорошо прокачаться. Так, здесь мне тут ничего не надо. Так, разбойник, движение в бою, удар милосердия, притворная смерть, удар ниже пояса, незаметность, скрываться от врагов. Так, ну здесь это слишком круто. Сколько я помню, вот это вот хорошая вещь. Вот эту ветку. Порыв, тут и вихрь, тут и вообще, блин. Хотя это тоже неплохо. Мне тут надо бы на влияние что-нибудь. Так. Надо 16 хитрости, да? Мастерское влияние. То есть это, я думаю, хитрость надо дофигарить до 16 и забить на нее. Так что все остальное надо в ловкость вкачивать. Да, тут тоже 16 хитрости нужно. И здесь хитрость. То есть везде хитрость, и везде и надо ее 16 штук. И больше, в принципе, тут ничего и не надо. Нет, подожди. Собака, кстати, у нее тоже можно что-то вкачивать, да? Ага. Так, ну это и мы ничего не сможем вкачать. По секрету всему свету расскажу, что мы скоро с ней расстанемся. Довольно-таки скоро. Так, а где там всякие вот влияния там и так далее? Вот это вот. Вот это вот. Да не то ты делаешь. Навыки, заклинания, умения. Да ладно, фиксим. Потом. Потом разберемся. А куда мне идти-то? Меня куда-то направили. А, в кухню, понятно. А, ну да, вот-вот. Но мы особо торопиться не будем. Мы всем надаем по щам. Потому что нам надо опыта. Нет, нам вот в эту сторону, да? Ведь. Нет, не в эту. Вон в ту. Не надо нам никуда квикли. Нам надо посмотреть, может, тут что есть. Да, у мага 13 медиаков. Я, конечно, надеялся на более крутой улов с мага-то. Но тут маги такие, которые вообще какие-то никакие. Автоматическое сохранение игры. Так, размотаем. Блин.
Нормально. О, аптечка. Аптечка, хорошо. Где я? И где же ты я? А, ну мне вот сюда, но... Я пойду вот сюда. Я хочу сюда. Посмотрим, что здесь. Чё вы какие? Нормально же всё же. Свои же пришли. Как хотите. Что у нас тут теперь? Ага. Идите сюда. Идите выходить, выходить. Давайте, да. Так, ты атакуешь вот этого пацана. Так, а ты делаешь грязную борьбу. Оглушен. Ты делаешь расчетливый удар на него, да. Вот. Готово. А, у тебя опять расчетливый удар восстановился. Отлично. О, Мабариан получил уровень, походу, да? Угу. Ну-ка посмотрим, что у тебя тут есть. Так, что бы тебе такое вкачать? Ну, хитрость тебе нахрен не нужна. Давай мы тебе, знаешь что, вкачаем жизнь. Потому что ты что-то быстро это киснешь, на самом деле. Хотя, наверное, жизни тебе столько нафиг не надо. Вот давай вот так и вот так. О, вот так. Так, что мы будем тебе качать? Так, жуткий вой. Оглушаю большинство врагов поблизости. Вот. Оглушение — это хорошо. Так, давай мы тебя сразу поставим. А, ну да, вот он. Жуткий вой. Что у вас тут? Что вы тут охраняли? Грабили, убивали. Нифига. Так, ну здесь мы не проходим, так что нам остается возвращаться только в кухню. А у меня скоро будет уровень. Так, не забываем, что нам нужно силу до 14. А потом, как получится, так и получится. Так, а что-то я не понял. А, вот сюда, господи. Существа с рангом. Чё? Да нафиг, не надо мне это. Ага. Ага. Блин, да вас тут до хрена, на самом деле. Ну-ка, идите сюда. Поговорим. Так, ты чё там делаешь? Отлично. Так, напади-ка, знаешь что, вот ты напади вот на этого вот красавчика. Так, ты кому орудуешь? Его?
А, у тебя что есть? А, ты рыцаря гасишь. Ну, молодец, ладно. Так и подступим. Вот это плохо, конечно. Окружили капитально. Сейчас загасит, да? Блин. Или нет? Нет, все-таки загасит. Так, где моя аптечечка? Вот теперь норм. Отлично. Так, я теперь получил уровень. Так. Ага, грязная борьба. А ну-ка давай ему. Ему грязную борьбу. Стой, чувак, ах ты тварь. Ну и норм. Отлично. Справились. Целебная припарка. Да большая, да? Хорошо, большая, это хорошо. Так, у нас уровень. Уровень. Давай тыкнем на уровень. Так, силушку богатырскую. А, хитрость у меня, кстати, 18, мне даже много это. Так, ну тогда что? Давайте ловкость или телосложение. Не, ловкость. Ловкость сейчас пригодится больше всего. Далее, так. Что можем взять? Можем взять... Да ничего не можем взять, на самом деле. В общем-то, даже приберечь их нельзя, по-моему, эти умения, да? Или можно? Давайте попробуем, да? А, ну да, смотрите. Умения можно не распределять на то, что мне не нужно. Я все-таки подожду до 4 уровня, чтобы что-нибудь интересное вкачать себе. А там уже разберемся. Отлично. Потому что ничего мне тут не надо. Мне надо другое. Мне надо вот это. А это будет доступно только на 4 уровне, потом на 8. А, кстати, хитрость-то мне нужна будет 22. Но это только на 12 уровне аж. Это еще наберем. Назад. А, ну да, да. Все, хватит. Так, куда уж мне говорили Тита... А, ну да, прямо. На кухню сворачивать не буду, сверну сначала вот сюда. Здесь наверняка что-то есть, да? Мешок, например. Грибочки. И все, я туда-сюда за грибом ходил, да? Угу. Я понял. Все, да? Да вроде. Как все.
Так, сохранимся. И пойдем. You both are. I was. Bryce. Wondering when you would get here. Maker's blood, what's happening? You're bleeding. Hal's men found me first. Almost did me in right there. Я убью его, да. He can't get away with this. The king will... Bryce, we must get you out of here. I won't survive the standing, I think. Понял я. Тогда нам придется просто тащить тебя, ё-моё. If you're willing to leave pieces of me behind, Bob. Bryce, this is no time for jokes! Once Hal's men break through the gate, they will find us. We must go. Someone must reach Burgess. Tell him what has happened. А, так это был не... А кто там валялся тогда? Очень был похож на Фергюса. В его этих... Собственно, в его комнате-то. А также там сидит. Vengeance. Bryce, no. The servant's passage is right here. We can flee together, find you healing magic. The castle is surrounded. I cannot make it. I'm afraid the turn is correct. Hal's men have not yet discovered this exit, but they surround the castle. Getting past will be difficult. You are Duncan, then? The Grey Warden? Yes, your ladyship. The turn and I tried to reach you sooner. My daughter helped me get here. Maker be praised. I am not surprised. I fear your thanks are premature. I doubt I have saved him. Whatever is to be done now, it must be quick. They are coming. Duncan, I beg you. Take my wife and daughter to safety. I will, your lordship. But I fear I must ask for something in return. Ты охренел, что ли? What is happening here pales in comparison to the evil now loose in this world. I came to your castle seeking a recruit. The darkspawn threat demands that I leave with one. I understand. Ну ладно. You fought your way to me through Hal's men. I think the Maker's intention is clear. I will take the Tyrna and your daughter to Ostagar to tell Fergus and the King what happened. Then your daughter joins the Grey Wardens. So long as justice comes to Hal. I agree. Then I offer you a place within the Grey Wardens. Fight with us. Куда ж деваться? Let's leave quickly then. Bryce, are you... Sure. Our daughter will not die of Hal's treachery. She will live and make her mark on the world. Darling, go with Duncan. You have a better chance to escape without me. Eleanor. Hush, Bryce. I'll kill every bastard that comes through that door to buy them time. But I won't abandon you. No, 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 no. Ой, я так люблю вас обоих. Then live, darling. Become a Grey Warden and do what is right. I'm so sorry it's come to this, my love. We had a good life. Почему она в натуре осталась, я не понимаю. It's up to our children now. Ведь он же не жилец, точно. Сама бы спаслась. Как его знает. You do us proud. They've broken through the gates. We must go now. Goodbye, darling. Goodbye, goodbye.